Тук-тук. Можно? Кто там? Да, заходите. Заходите, пожалуйста. Только быстренько дверь закрывайте. Закрывайте в нашем домике, в теплице. Сегодня тепло. Надо это тепло сохранить. На улице вчера было 35 в тени, а сегодня у нас сейчас уже 19, а ночью будет плюс 12 градусов. Поэтому нужно закрывать, утеплять, чтобы наши теплолюбивые растения продержались хорошо. Вот посмотрите, пожалуйста, я хочу показать вам, раз вы уж пришли, показать еще раз и ответить на вопросы, как мы все-таки вот укладываем огурчики. Вот видите, сколько уже слоев укладывается, собирается урожай. По-прежнему убираем пасынки, убираем усики. Вот, смотрите, убраны. Вот усики надо обязательно. И как только собрали урожай, снова опускаем, опускаем и опускаем. И они продолжают расти. Вот так вот. Значит, чтобы сохранить тепло, нам нужно обязательно утеплить наши растения. Если бы мы их пускали вверх, они бы замерзали. Чем выгодна вот именно такая форма, формировка огурцов? Тем, что можно опустить и сохранить при земле теплее и сверху накрыть. Я сейчас покажу вам, как накрывать. Пройдемте. Ну что я хочу сказать, что критическая температура для огурцов плюс 17 и ниже. Уже при этой температуре растение получает стресс. Естественно, может заболеть, если такой период будет долгий. И не только заболеть, а и погибнуть. Для томатов критическая температура 13 и ниже 13 градусов. Но так как обещают 13 градусов ночью, в теплице будет под пленкой на пару градусов будет теплее. Вот, поэтому ничего страшного для томатов не будет. А вот для огурцов будет холодно. Поэтому мы на ночь... Вот сейчас уже делаем вот такой вторичный домик в теплице. Домик в домике. Но этот домик из агроволокна. Это тридцаточка. Вот тридцаточкой укрываем сверху. Там, чтобы не проходил холод, обязательно прищепочками закрываем. И, естественно, вот боковое у нас было все лето открыто вот это. Сейчас она опущена, пленка. Здесь у нас была еще сеточка. И есть сейчас сетка. Почему у нас мало вредителей и редко сейчас провожу обработки? Потому что антимоскитная сетка, она не позволяет проходить, пролетать таким вредителям, как клоп, черепашка. Не получается пролезть сюда совкам различным. Поэтому томаты, видите, они целенькие, они здоровые. Они нормально себя чувствуют. И вот вторичный вот этот домик позволит нам сохранить тепло и как можно дольше еще сохранить наши огурчики, чтобы возвращающееся тепло мы могли продолжать собирать огурцы, зеленцы, кушать, засолить и готовить что-то из них. Вот такая сегодняшняя важная тема. Похолодание резкое в августе месяце. И что делать, чтобы сохранить наши теплолюбивые растения? А нужно просто-напросто укрывать, беспокоиться, чтобы не было сквозняков, закрывать дверь уже и закрывать пленочки, и все будет замечательно. И мы еще и в сентябре месяце будем собирать огурцы, томаты в этой прекрасной тепличке, которую сделали очень просто из того, что было. А я прощаюсь с вами на этом. Будьте мне здоровы. Всего-всего вам доброго.